Ребят, всем привет! Меня зовут Аня, а это игрушка под названием The Devil in Me. Это хоррор, мы его с вами продолжаем, поэтому погнали! Так, ребят, давайте вспоминать, что у нас было в прошлой серии. В прошлой серии мы сделали с вами даблкил главных героев. Вернее, я хотела убить одного главного героя, но получилось так, что мы убили два. Второго героя меня обманула игра и такая, нет, блядь, одного героя будет мало, давайте убьем еще одного. Вот, поэтому у нас осталось три главных персонажа. Такие дела, поэтому погнали. Так, залазим, смотрим. Мы идем куда-то, ищем выход, наверное. Куда-то идем. Так, это можно пройти? Что ты топчешься? Давай! Или туда... Да дай нормальное управление, what the fuck? Что с героем, блядь? Алло, прием. Я жму идти вперед. Камера вот туда направлена, она идет в бок. Что за хуйня? Алло, камера, успокойся, пожалуйста, не беси меня. Все, поехали. Так, я так понимаю, типа, сами мне показывают, куда идти. А здесь что есть? Так, кто-то там упал, наверное. То там нет ничего, да? Какой-то шум, или мне показалось? Так, ладно. Давай возвращаться к типам. Я не понимаю, это рация у кого? У меня или у него? Ну, по-моему, я не помню, чтобы мы подбирали какую-то рацию. Ну, ладно. Я не знаю, будем ли мы в этой серии убивать героев, учитывая тот факт, что игра длится по прохождению... часов 11, а мы в лучшем случае уже прошли где-то часа 4 или 5, я думаю, это мне так кажется по ощущению, поэтому не знаю. То есть, если мы половину уже прошли и убивать всех героев... Хорошо, ну подожди, здесь можно открыть... Вы пока ищите другой выход. Так, этот чувак уже здесь. Маньячена уже здесь. Хорошо, вот он пошел. Да отойди! Блять, вот что не так с камерой? Как-то вообще неадекватно ведет. Вот он пошел в сторону. Он пошел вправо. Вот он пошел вправо. И где он? Как он так быстро, куда он делся? Это странно очень. Так, давай. Марк, помоги-ка. Давай попробуем выбить эту дверь. Как будто бы там кто-то спрыгнул, кстати, звук был. Что со звуком, я не понимаю. Жму! А, ну да, нас отсеивают. Мы в жопе. Мы придем к тебе, будь здесь. Скорее! Больно. Очень странное музыкальное сопровождение. А? Что? Но текст был другой. Что? Что? Так, подожди, опять вот эти брождения непонятные. Так, нам туда вряд ли нужно будет. Пойдем сюда. Перепрыгивай, пожалуйста. Это манекен? Да. Уйди!
Выпусти меня, мудак! Я не... Лаура. Почему странно так все? По переводу, по именем. Почему имена надо переводить? Вот это мне тоже, я задавала всегда этим вопросом. Зачем переводить имена? Так, на один секрет. Джесси, я увольняюсь. Когда ты это прочитаешь, меня на острове уже не будет. Не ищи меня, я ухожу, с меня хватит Моника. И правильно сделала Моника. Если ты выжила, ты красавчик. Я не знаю, какую нужно предложить зарплату, чтобы люди здесь работали. Хотя, откуда им знать вообще было? Так, а куда мы делся, чел? Так, манекен опять. Здесь заколочено. Так, подожди меня, пожалуйста. Я хочу здесь все облутать, посмотреть. Опять манекены. Он для каждого записал, кстати, запись, как он кого-то убивал. Капец придурочный. Давай. Франк Хельман или кто это такой? Хелдермен, ведущий конструктор. А зачем он их всех поубивал? Я что-то не помню. Вот где-то, по-моему, это в записке было, что ему нравится это делать. О, давай. Монетка, еще одна. Кстати, это уже с птичкой монетка. У нас 31 штука уже. Так, мне что-то пришло уведомление какое-то. А, скидки пришли в Стиме, ясно. Чё вообще есть тут? Больше ничего нет. Ни хрена себе птичка нам дала монеток сколько. Блин, а что же можно потом найти монетки и купить? Вот это хороший вопрос. Так, здесь мы все посмотрели, давай возвращаться. Ты сюда смотришь, да? Что там? Ага, это мы там можем выбраться, окей. А что здесь? Здесь ничего, ладно, поехали. Давай. Слышу, кто-то ремонт делает из соседей. Хотя у меня сейчас утро раннее. Как я люблю таких соседей, которые делают ремонт утром рано. Не отходи. Конечно. Не отходи. Блин. А в чем прикол вообще? В чем прикол записывать, как кого-то убивают? Я не знаю, может они от этого кайфуют, маньяки, переслушивая убийство. Может, это как порнуха у них, да? Не знаю, не понимать. А фонаря у нас нет, да? Мы идем куда вообще? Так, здесь можно спрыгнуть, давай. Ни хера не вижу. О, еще монетка. Ну, здравствуй. Анна. А, где-то здесь должен быть выход. Так, 32. Ни хера не вижу, просто жестяк. Я куда-то иду, я не знаю, куда я иду. Тут должен быть проход. Да должен быть, видеть бы здесь что-то вообще, я не вижу ничего. Куда я иду? Что вообще происходит? Так, для чего мы спрыгнули, объясни мне, пожалуйста. Что вы что? Так, здесь можно залезть, да? А там ничего не было. Вот, вернись, пожалуйста. Капец, я ничего не вижу, просто жестяк. Так, вот сюда. А куда дальше? У него лицо такое, типа, ты чё, меня кинула? Посмотри на эту бардашку.
эту мартошку. Здесь должно быть что-то полезное для нас. Ну да, давай. Балансируем. Оу, е, оу май гад, е, е, уи. Так, давай. Давай побыстрее уже, пожалуйста, проходить. Так, а правильно я сделала, что я спрыгнула сюда? Хороший вопрос. Залазь. Не можешь? Я ни хера не вижу. Просто ноль. Все, что я вижу, это очертания каких-то предметов. Все. А зачем я сюда спрыгнула? Объясни мне, пожалуйста. Keep looking around. Да, смотрись. Я уже нашла проход здесь какой-то. А чё так темно, блядь? Подожди. Какой-то жестяк, я не знаю. Да, я хочу сохраниться. Я хотя бы здесь выкручу, потому что, серьезно, я вообще нихера не вижу. Просто ноль. Так, здесь ничего нет. А можно как-то? А, ну да, можно. Так, подожди, здесь же можно пройти, нет? Можно. Интересно. А нахера она спрыгивала? Вот это меня интересует. Зачем-то спрыгнула, не понимаю. Больше всего интересно, как мы вообще выживем здесь. Но мы не выживем, потому что я их всех солью нахер. Нужно осмотреться. Марк, помоги мне с этой херней. Давай, 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 давай. Валя, не хватило. Секундочку, я могу еще раз. Давай. Фух, наконец-то. Вздрачнули кнопочку мыши. Главное, чтобы это был тот проход, который нам нужен. Так, сзади ничего нет. Здесь двери не открываются. Ладно, побежали. Ага. Ага. Вот тебе и ага. Будешь выделываться, тоже повешу тебя там. Когда мы уже дойдем? Вообще, что это за проходы странные? Это так нужно, что мы сюда попали? Давай. Сейчас перелезем, на нас что-то упадет, или двери опять закроются, и мы все будем разделены. Делаем ставки, какой герой останется последним. Замолчи. Нет! Моника! Нет! Не надо! Хватит, прошу! Пожалуйста! Мне нажать на кнопку? Хочет нас запугать. Или сказать что-то. Чё, хочешь, чтобы я сделала опять даблкил в этой серии? Подожди, подожди. Так, лобби. Секунду. Ну ладно, давай посмотрим, раз хочешь. Жмякаем. А зачем вообще тянуть другого человека, если вы можете просто стоять? О, ключ. Здрасте. Не знаю, ты какой-то дебил, если честно. Зачем это делать? Или что это вообще? Если он это сделал специально, то он конченый лох. Спа-мастер. Ключ от спа. Хорошо, давай, прятай ключики в кармашек. Здесь больше ничего нет. Здесь тоже ничего нет. Вот здесь можно было что осмотреть. Карточка. А, Райан Харт, или кто это вообще? Старший специалист по сносу. Кстати, у каждого, по-моему, номерок свой есть. А у этой девчонки не было ничего, да? Ну ладно.
какой-то больной ублюдок, который поможет нам убить всех героев. Ключ я получила, не выделываюсь. Я молодец. Я продумала все это заранее, давай. Здравствуйте. Так, мы, кстати, выбрались. А девчонка где? А вот она. Привет, я здесь. Интересно, заметит она нас или нет? Так, кто мне там пишет? Куда она ушла? А чё она не позвала ее? Так, монетку спрячьте здесь. Нет, жадные на монетки. Хотя нам и так десятку дали монеток этих. Так, подруга, мы, если что, здесь... Вот это мы можем сдвинуть, в принципе, да? Да, можем. Ну, давай, другого варианта нет. Марк, сюда. Помоги сдвинуть. Вы где? Марк? Джейми? Мне показалось, тише, или у него подергалась мимика? Если да, это была жуткая картина. Слава богу. Мы нашли ключ. Пошли отсюда. Я не думаю, что все так легко. Привет, красавчик. Ты слышал это? Сюда. Цифры опять поменялись. Кстати, там уже 182. Бля, что же это значит? Я не понимаю. Постоянно делают акцент на этих цифрах сраных. Меня все это достало. Что происходит? Дюмет предложил побыть гостями в отеле Холмса, и Чарли не устоял. Вот только Дюм... Блять! Я пересрала, да. Я такая выбежала просто на похуй. А он нас, да, мне кажется, да. У него здесь камеры везде просто. Вижу ли я его? Ну, я не знаю. Как он быстро так прошел? Так, здесь окровавленные двери. Подожди. А куда он пропал? А, он вошел в дверь. Ясно. Ну, здесь больше нет ничего. Здесь закрыто. А куда вы все ушли? Так, ладно. В двери мы еще пойдем. Вот здесь есть что-то? Здесь вроде... Здесь стена, кстати. Ее, наверное, здесь не должно быть, мне кажется, так. Ладно, пойдем в окровавленную дверь. Ребят, смотрите. А ты не хочешь взять средства защиты, элементарную бутылку, вазу из-под цветов, я не знаю. Твою мать. Это... Мы не знаем, что это. Я посторожу, а вы осмотритесь. Не надо. Надо держаться все вместе. Что мы втроем мужика какого-то не завалим? Вот взять какие-то здесь хирургические инструменты. В чем проблема, я не знаю. Там по-любому есть какие-то кислоты в баночках. Это, давай откроем. Боже мой, фу! Что, это просто мясо? Что фу? Фу. Фу. Так, осмотреться можно. Это что за херня? Это кровь называется. Называется кровь. Или томат. Как угодно. Кому хреново. Есть люди, кстати, которые боятся крови. Где-то подключен какой-то человек? Или что, я не поняла. Он же не подключен. А ну-ка, дай-ка я...
Там что-то шатается, кстати. Дай-ка я посмотрю через текстурки. Опачки, опачки. Там нет ничего. Это бабка, что ли? Это что еще? Это ее. Ну ясно. Это мы, кстати, видели в видении. Сейчас это наша девчонка там сидит. Давай. Да не... Да чего, я уже посмотрела, отстань. Ну а что хочешь, я ее специально слила. Девчонку я специально слила. Давай. Сюда! Она тут! Да я даже не спаси, я ж ей ножом в глаз. Давай. Ну да, это жестко. А у нее сердце бьется. У нее бьется сердце. Алло, это как? Сейчас взорвется? А что за бред? Это вообще что за бредятина, я не понимаю. Джейми, стой. А у нее был цел глаз? Какого хера? Я же ей выколила этот глаз. Или он вставил новый? Открыт дополнительный материал. Я не понимаю. Я этого что-то вообще не поняла. Он ей вставил глаз или там не было глаза? Я не обратила внимания. Что он с ней сделал? Это я убила ее. Еще непонятно. Жаль. Не трогай меня. Не притворяйся, что тебе не насрать. Стоп, придумаем, как свалить отсюда, а потом ругайтесь. Вот именно. Нам нужен план. Плевать на игры, ловушки и остальное. У всех убийц из нашего шоу были слабые стороны. Предлагаешь попить с ним чаек и поговорить по душам? Предлагаю подумать головой. Гадать можно бесконечно, но если нас убьют, разницы нет. Нахрен расследование, я хочу выжить. Расследование — наш способ выжить. Нам его не переиграть. Надо быть умнее. Ему нравится убивать по одному. Надо держаться вместе. Постой. Возможно, он нас прослушивает. Куда пойдем? Назад паром. Он уплыл, помнишь? Он на тросе. Может, притянем? Давайте без «может». Тогда маяк. Может, сумеем послать СОС? Полиция ведь должна патрулировать озеро, так? Даже здесь? Свет маяка видно на много миль. Ты что-то снимаешь? Курс изменен. Без доказательств нам не поверят. Мне что, снимать, как он нас убивает? Да, и тела. Ну да. Для полиции. Конечно. И чувак такой, красную кнопочку. Ну что, пидоры? Сейчас слышите? Поиграем. Стены опять двигаются. Кейт, куда она побежала? Черт! Тупая. Стойте! Просто. Что они делают? Я не... Вы тупые дегенераты просто. Джейми! Из-за вот этой дуры мы просто всех потеряли. Стой, нет! Так, девчонку в квадрате закрыли, в прямоуголке. Теперь открыли дверь. Блин, удобно иметь блять такое, да? Марк. Ой-ой-ой. Так, чё, мы застряли? А, я думала, нас разрежет нахер. Что за хрень? Чувак! Повезло, повезло. Тебе повезло на самом деле, потому что могло тебя разрезать нахер. Лови! Блин! А чё я ж нажала? Или я не ту кнопку нажала? Оно так быстро срабатывает, подожди. Не, даже не думай туда залазить. Ну что ж. Найдите выход. Задание у нас с тобой. Уронили мы камеру, да?
Ну, у нас же есть еще что-то, нет? У нас есть вот эта штука, подожди, какие? А, ну да, фоткать можно. У нас есть это что, маленькая вот эта вот штучка. Но это вспышка только есть. Ой, сейчас выйдет прикольно, да? А ну давай посмотрим. Здесь ничего нет. О, монетка. Ой, это нам много даст. Давай, десяточку дашь мне опять? Птичка. Да, 10 дала. Прикольно. Прикольно. Так, а здесь больше ничего. Давай тогда идти сюда. А, блин. Опять какие-то брождения непонятные. Так, тут что? Paint thinner, ясно. Это какая-то краска или что, или какое-то покрытие, я не понимаю. Он здесь промышлял всякие делишки. Так, здесь ничего нельзя смотреть, кстати говоря. Стоять. Здесь у нас тоже пусто. Здесь ничего нет. Так, вот это куда-то ведет. В какую-то жопу мы сейчас опять забредем. Кстати, я не находила больше предсказаний. А, закрыто. А, здесь закрыто. Окей. А есть еще. Больше нет ничего. Спрятаться. Ну так давай! Я не понимаю, как это работает. Типа, надо зажать Q или что? Ладно, он нас усыпил, окей. Это не конец, мы еще не потеряли его. Он нас парализовал чем-то, мне кажется. Это ля как ножка вывернулась. Ну что, возможно, мы сейчас посмотрим какую-то скрытую сценку. Как вариант, да? А, он нас просто завяжет. Ну, мы, кстати, можем быть ловушкой. Для кого-то. Ну, привет. А давай всех героев ему сольем. И сразу закончим эту игру. Так, ладно. Здесь ничего нет. Куда он нас поведет, интересно? Куда ты хочешь, чтобы я пошла? Эй! Урод, я не какая-то подопытная крыса! Я бы так, наверное, не разговаривала. У нас есть фонарь? А что это такое? А, фонарь есть. Прикол. До этого... Разве у него до этого тоже фонарь был? А, так, секундочку. Надо убрать яркость, вернуть на 50. Пожалуйста, 50. Да. А то как-то все светло чересчур, если честно. Давай. Что дальше? Что дальше? Да ничего. Подожди, но все равно как-то немножко не так. Давай, может быть, по яркости добавим 60. Кажется, в самый раз. У нас есть фонарь, включай. Ой, опять вот эти вот включания. Ёб твою мать, это ладненько, давай попробуем. С какой нам начинать? Я думаю, нам начинать надо... Кстати, там что-то написано. В последнее время не жми на главные выключатели, пока мы... не получим перемещение чего-то в стене. Ясно. Мне кажется, надо снизу начинать, с вот этой вот. Давай. Можно нажать? Мне кажется, нужно вот это, вот это, вот это, вот сюда, вот сюда, вот сюда. Но есть здесь вот это еще. Может, с вот этой начинать надо?
Типа сделать вот так. Вот так. Вот сюда, вот сюда. Я не... Эй, подожди, выключи. Вот так. Блин, а соседи конченые задолбали со своей дрелью. Вот это. Вот сюда. Вот сюда. Вот сюда. Полученное достижение шок. Я не знаю, может, мне повезло, что я угадала. Здрасте. Есть! Отлично! Замечательно. Куда идти? Включи фонарь. Не вижу ничего. Ты уверена, что ты хочешь лезть сюда? Что-то не нравится мне вообще. В прошлый раз это закончилось минус пальцами. Для Чарли, которого мы уже не увидим в этой игре. Так, ребята, давайте заканчивать пока что на этом. Спасибо большое, что посмотрели это видео. Не забывайте лайкать, комментировать, подписываться. Комментируйте, пожалуйста, потому что очень-очень важно и интересно ваше мнение. А мы заканчиваем. Всем пока.